От души, от души. Зря Спок сказал. Почему? Он может, аккаунт забанить или что-то такое. Не, Афер не забанил. Ну ладно. Не, ну типа за, знаешь, за фейк аккаунт, типа. Не, не. Ну ладно. ТП один, ребят. Ну чё, на кого Спок? Да хуй его знает, не знаю. ТП один, ребята, на Кольте, на Кольте. Да, нас есть у всех. Но если Эйл сможет играть, как он может играть, тогда он... Один на арбалет пошел, дамаженный. Просто убить... Двое Кольт, нормально. Трое Кольт. Я пали. Блин, вообще что-то тяжело вил. С таким пингом играть, конечно. Да, я о том придумывал, что ему тяжело. На самом деле... Почему? Ну потому что, блядь. Потому что он только что сказал, что он дохуя чего знает, блядь, дохуя не скажет. Поэтому... Один дрочит в ТП, ребят. Эйвел, он, ну как бы, все время, когда они играли нормально, он с таким пингом играл. Там, ну как бы не с таким, не с то, но там 90 в основном на пинге. Потому что он из Казахстана же в основном играл. Это из Питера он с меньшим пингом играл. Если Афер разозлится, он может разъебать. Второй аккаунт иметь можно. Его нельзя иметь в случае, если тебя забанили на основном, а ты снова опять зашел. Я в РПГ. Так ты хоть 20 аккаунтов можешь, никого не убил. А, по-моему, аккаунт не забанили. Ну, второй, ну, его банили. РПГ второй, забрал в центре! Его основной был этот момент забанили. И это считалось обзором. Не, ну, да. Там вроде как ранг сняли, что-то такое, типа дисквалификация. Ну, короче, смотри, по правилам. Обход бана, это как бы бан. Да, на арбалет, на арбалет пошел Эвил, очень дамажный. Ну так потому и сейчас в порядке, просто вроде бы не играл со второго, вроде бы. И он даже типа зашел, и там дисквалифицированный ранг был. Центр. Ну это может он что-нибудь какую-нибудь хуйню сделал. Что он съест там, блядь, мать хумама. Поэтому он не снял. Пациентой. Ну все, Афер весь разошелся, это пиздец. А
арбалет домашний на этот прыгнет по-любому. Единственный человек, с кем общается Тиран, блядь, точнее не общается, но как бы и пиздит, и пишет в чат, Хома. Ну и ладно. Мне просто забавно. Хомам его мэйт. Там Миша, если ты не знал. Лает, лает. Играли раньше в паре. С этим голосовухой причем. То есть Тиран он фу нормально дает. А Афер, видишь? Нет. Зачем? Ну, да не зачем, просто не дает все. Ну, потому что есть какой-то процент. ТП-1. Когда инфа все равно нужна. Понимаешь, и как бы класть на эту хуй бессмысленно. Ну ладно. Ну ты играешь, грубо говоря, серьезную кавку. И вот за счет того, что ты кладешь хуй на какую-то ключевую инфу, которая может быть за игру случится там раз 5. Это как раз таки повлияет на твой проигрыш. То есть это неразумно. А Хуман раньше вообще нормально играл. То есть он был в скилловом клане и такой он был. То есть он был как сейчас Тиран. Даже может получше. Так что играет он умеет. Один Аркольд стоит, блядь. Побежал на качалку. Ну он положил на игру и правильно сделал. Ну не, он не положил. Он просто переквалифицировался в админ и разработчик. Что он сделал? Он съехал с самой игры в плане вот играть и увлекся с терваком там такой. Шоу, кстати, это Шхумама ник раньше был. Да. Знала? Нет. Это ник Хумама. Ну то есть Хумама раньше не было. Был вот чел, у него был ник Шога. А потом Хумам стал Хумамом. Понятно. А пред еще не зашел. Я чуть не вижу его. Центр дамаженный! Он типа зашел, но вышел. Я преда не вижу почему. Не-не-не, его нету здесь. Он есть уже. Ты че? Где? Капотетка один. Это у тебя что-то спак. Ну, короче, блядь. Как я тебе говорил, Эйвел опять лукавит. Точнее, не опять, а как всегда. Я пока. Но тем не менее, игра с высоким пингом очень тяжело. Ну, тяжело, так не его. А почему все опять не на Москве-то сидят? Кайф. Потому а там пинг поднялся, поэтому пинг, сюда. Там, кстати, пинг сейчас низкий опять. Да. Че, опять его ДД сняли или что? Да. РПГ, выйди, забери, РПГ. Не, это не ДД сняли сервак, это атакует фаервол сервака. Почему такая проблема, блин, именно в Москве? Да, вот тоже интересно. А она не в Москве была, все серваки пинг поднялся. Просто он быстро исчез. Но почему все на Москве-то никто не играет, наверное?
что сначала его купил, грубо говоря, для нас, ну, для нас бесплатно, да, а мы на него путь задали. Он так его отключит просто. Не, он ничего не купил, этот сервер будет как замена. То есть, если мы сейчас поиграем, скажем, то, что сервак нормальный, он убьет Швецию. Так надо перекатываться на него тогда. Но мы на него перекатились, просто сейчас из-за пинга сюда пришли. Ну, а в центре, что ли, играли? Да. СНТ? Да. Что ты не узнаешь? Не узнаешь братьев своих? Да блин, это тупая настройка приватности в Steam, сейчас все ставят ее, непонятно, блядь, кто играет, кто не играет. Нет, же видно, специально. Да по нику можно понять. Кстати, у меня возле никуда нет. Ну и похуй. Это вторая карта у них? Да. Первая или вторая? А, вторая. Первый вас Вилш. Эйл Утолин проиграли. Я вам подаю. Да, я забыл что-то. Чё за левый шкатынок пришёл? Банец. РПГ один. Да все он исправил, что-то прислал к пацану. Когда он контроль правильно писал. Пиздец играл. Ну, бывает. Такой же, кстати, разрыв 20 градусов. Почему-то не так. Я. Пойду к ним в мамбл наломлюсь. Давай. Yeah.
А что случилось? Я отходил. Да не, ничего. Разрыв побольше. На бобов меня нашел. Уже поздно. Потому что лучше Вуди будут в пикапе, а тираны нормально играть. Чем сейчас играют Вуди с Барбозой, а тираны, блядь, на шиме. Кто с микро? Красный с микро, а синий нет. Красный себя в этом самом чате. Двух братьев один выстрел. А на био, когда свою игру находишь, продолжать легко. Лол. Они сейчас, по сути, же просто держат то, что держат. По одному. Ну, не совсем. Такими челами, знаешь, тут скорость решает, реакция. Ну и тактика. Красный просто все втроем бил нормально. Team wins the match.